Алло, Дим, здорово. Здорово. Чё, как дела? Отлично. Ты Никто не завидует. все на работе, да? Не звонишь, что-то не пишешь там. Да, как бы крутимся, вертимся. Ну, понятно. Некогда. Здоровье Ни о чем. как? И новостей особо нет. Как Всем здоровье-то, делиться. Дим? Здоровье, отлично. Я тебя понял. Сейчас, подожди, Дим, что ты слышишь? Могу даже поделиться. Димон, подожди, кто-то тут названивает. Сейчас, секундочку, какой-то спамный номер. Сейчас тебе перезвоню, Дим, сейчас. Давай. Добрый день, меня зовут Алексей, специалист службы экономической безопасности Сбербанка. Да, здравствуйте, слушаю вас. В системе выявлена подозрительная операция по вашей карте. Она была приостановлена банком во избежание мошеннических действий. Скажите, пожалуйста, вы совершали какие-либо операции в приложении Сбербанк Онлайн или это были не вы? Нет, подождите, какие еще операции? Я ничего не совершал, не пойму, в чем дело. С кем я разговариваю еще раз? Меня зовут Алексей, специалист службы экономической безопасности Сбербанка. Так, но я ничего не совершал, Алексей, не знаю. В таком случае, если операцию совершали не вы, то для подтверждения информации мне нужно уточнить ваш номер карты. Скажите, пожалуйста, у вас карта сейчас под рукой? Сейчас, 2 минуты карту возьму, сейчас, секунду. Сейчас, понял. Алло. Да, слушаю вас. Да, так, продиктовать я должен, да? Да, совершенно верно. 42. Так. 76. Угу. 30. Так. 00. Так. 24.08. 74.82. Так, секундочку, на линии оставайтесь, проверяю информацию. Да, да, пожалуйста. Так, сейчас на ваш телефон придет смс с кодом подтверждения. Продиктуйте его, пожалуйста. Да, хорошо. Сейчас пока ничего не приходило, жду. Что-то. Так, что-то не получается почему-то вам отправить код подтверждения. Скажите, пожалуйста, вы подключали услугу мобильный банк? Да нет, зачем она мне нужна? Нет. Так, я вас понял. В таком случае продиктуйте, пожалуйста, срок действия карты, а также код безопасности из 3 цифр на обратной стороне карты. Так, а где это тут, что-то я не вижу? А, вот все увидел, 08-24 срок действия. Так, а код что-то стерся тут сзади, не видно его тут. Алло, слышно меня? Не видно код. Алло. Да, посмотрите, пожалуйста. Это вот так, вроде 636, а может 666, тут непонятно. Но попробуйте оба варианта, попробуйте. Секундочку, проверяю информацию. Так, почему-то система ошибку выдает. Видимо, не подходит ни один, ни второй вариант. Так, в таком случае попробуем подтвердить информацию по паспортным данным. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество полностью. Да, Путин Владимир Владимирович. Простите, как еще раз? У вас со слухом проблемы. Я же представился, Путин Владимир Владимирович. Я смотрю, вы меня по голосу не узнаете, да? Вы такой наивный, действительно поверили, что я вам сейчас данные своей карты назвал? Вы совсем там, что ли, обалдели? Сейчас начальнику вашей колонии позвоню, объяснит мне, что там у вас за колл-центр такой удаленный на работе. Барыны.